Это наш теплоход Михаил Светлов. Трехпалубный. Вот это вот все, карта Российской Федерации. Алена, покажи, где наша Якутия. Да, Якутия у нас большая. Самый большой регион. И покажи город Якутск. Где у нас бетон должен быть? Я уже нашла. А мы где-то вот здесь вот, да, находимся. Вот река Лена. Вот она. Вообще. Какие круизы выполняют теплоходы Михаил Светлов и Демьян Бедный, кроме Ленских столбов? Вот сейчас побывал на столбах, мне понравилось. Куда я еще могу отправиться на ваших теплоходах? Вы можете отправиться в Сетрово, Якутск, Круиз у нас есть, Ленские, Щеки, Якутск, Тикси, Якутск, самый большой по протяженности. И также в осенний период у нас проводится Лав Рыбка. Что за круиз Лав с рыбалкой? Это тематический круиз, предназначен для любителей рыбалки. Наш теплоход отправляется на остров Таменный, где в течение полутора суток наши гости наслаждаются природой и хорошей рыбалкой. Салатики берешь? Да. Так, тут у нас напитки. Булгур, кальмары, лапша, котлеты. Шашлык. Так, напитки, голубцы, пельмени. Ты будешь шашлык брать? Я суп хочу. А где суп сзади? Вот бульон рыбный. То, что ты хотела. Просто бульон рыбный. Из бела рыбица сказали. Вот это вот я люблю. Зефирчики, финики, орешки. Джем, мед, сгущенное молоко. Ой, джемов тут три вида. Чаи тоже разные. Смотри, чай черный, с доном, с бергамотом. И самое. Не знаю, всего понемножку, как ты говоришь. Вот этот, по-моему, йогуртовое что-то. Вот этот можно взять. И вон там еще смотрели. Кстати, набрали ли мы немного, мне кажется, да? Если что, не хватит еще. Все, приятного нам аппетита. Куда мы идем, рассказывай. Мы идем в бар. В бар, в музыкальный салон мы идем. Ну, опять не фокусируется. Ну, что за камера такая? Не покупайте, люди, Sony никогда. Sony – это ужас. Нужно Canon. Спортивные мероприятия. Олимпиада! В
Точно, громче надо отвечать, товарищи. Идем дальше. Самое высокое научное звание в России. Магистр! Профессор! Филолог! Профессор! Расскажите, что вы думаете про этот круиз? Ваши ощущения? Замечательный круиз, погода вообще... Всегда... Говори погромче, мне кажется, тебя будет не слышно. Отдохнула очень. Замечательно съездили в круиз. Детский стол был просто... Шикарный. Шикарный.